23 ноября в парке Раздолье Одинцовского городского округа пройдет фестиваль народного творчества. Гостей праздника разных возрастов ожидает насыщенная программа, различные активности, мастер-классы, конкурсы, тематические игровые занятия и много музыки. Напомним, парк Раздолье расположен в районе Рублево-Успенского шоссе между деревнями Раздоры, Шульгино и Барвиха. На территории Раздолья находится самый большой веревочный парк Москвы и Московской области.